25 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания полной средней школы в селе Мейсаре Шамахинского района, построенной по инициативе фонда Гидар Алиева. Министр образования Джейхун Байрамов сообщил президенту Ильхам Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой, что здание полной средней школы села Мейсаре было построено в 50-х годах прошлого века. Школа, которая с тех пор не ремонтировалась, уже не отвечала современным требованиям и пришла непригодная для обучения. Состояние. Внимание, проявляемое президентом Ильхам Алиевым к развитию образования в стране, проводимые в этой сфере реформы сыграли важную роль и в жизни полной средней школы села Мейсаре. В 2016 году началось строительство нового здания школы. Школьное здание уже готово к эксплуатации, строительные работы выполнены здесь на высоком уровне.